Сегодня в России отмечается День физкультурника. Это праздник спортсменов, тренеров и всех, кто занимается физкультурой. Для жителей поселка Малаховка праздничное мероприятие организовали на берегу Малаховского озера. В какой атмосфере прошел праздник и что было в программе, расскажут мои коллеги. Берег Малаховского озера полон. На песке спортсмены всех возрастов, болельщики и отдыхающие. Погода прекрасная. Настроение поднимает музыка и рассказ ведущего об истории Дня физкультурника. Все. Отличная организация. Просто приплыл с того берега смотреть. В программе спортивного праздника пляжный волейбол, мокрый футбол и масс-рестлинг. На волейбол заявилось 8 команд. Играют в круг. Все со всеми. До выявления победителя. Победитель поедет на соревнования областные. Вот. Ну и почет получит как минимум. Рядом соревнования по мокрому футболу. Спортсменам по 10-12 лет. Игра длится 2 тайма по 4 минуты. Играют по такой же схеме. Все со всеми. Заявились 4 команды. Это ФК «Звезда», ФК «Спартак», спортивная школа Олимпийского резерва и комплексная школа Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Масс-рестлинг – национальный вид спорта в Якутии. В Подмосковье обрел популярность с 2018 года. Сейчас соревнуются все – дети, женщины, мужчины. Соревнования проводятся в 6 весовых категориях – до 65 килограммов для женщин и до 105 и выше для мужчин. Синий атакует, красный защищается. Вашей поддержки не слышно. Синий пытается выдернуть. Да, идут в атаку, выкручивают палку, двигаются по помосту, из равновесия просто выводят соперника. И уже непосредственно победа тот, кто более смышленный, такой вот, более опытный. Поздравить спортсменов, их наставников и жителей округа с Днем физкультурника приехали депутат Государственной Думы Роман Терюшков, исполняющий обязанности главы Владимир Волков и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Ребята, вы все спортсмены? Спорт любите? А в школу хотите? Ну, это нормально, лето. Но лето заканчивается, пойдете в школу. Занятие спортом поможет вам заниматься. Мы совместно с Владимиром Петровичем Ружицким сегодня поздравляем всех с праздником. Желаем всем хорошего настроения. Люберцы всегда были спортивным округом. Пусть они такими остаются. Ко дню физкультурника приурочили награждение тренеров, чьи подопечные добились результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Благодарственные письма вручили Владимир Ружицкий и Владимир Волков. Потом гости понаблюдали за схваткой девушек-финалисток в масс-рестлинге в категории до 65 килограммов. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.